Я тут 3 дня вообще ни с кем не разговаривал. Мне даже показалось, что хорошо помолчать. Все-таки слова не могут передать всего, что человек чувствует. Они какие-то вялые. Ты просто почему-то убежден, что сам факт твоего существования рядом должен всех осчастливить. А в каком году от нас отец ушел? В 36-м или 37-м? Ну, во-первых, в 35-м. А пожар? Пожар, только не отец. Ну, помнишь, когда сеновал сгорел на хуторе? Все тогда же, в 35-м.